высадка вишни, познавательные мастер-классы, а еще знакомство с хаски. Сегодня мы находимся в Рузе и вместе с ребятами отправляемся навстречу приключениям. Эля вместе с друзьями впервые посетила хаски-парк и приняла участие в экологической акции. Дома у девушки уже есть домашние животные, черепаха и кот. В будущем мечтает о собаке. Они такие прям мягкие, пушистые. С ними гулять можно. В хаски-парке живут более 160 северных ездовых собак. Ребята познакомились с четвероногими друзьями и даже смогли заглянуть к ним в вольеры. На самом деле Россия одна из ведущих стран по ездовому собаководству. А потом пойдем и будем заходить прямо в вольеры. А в каждом вольере у нас по 25-30 собачек. Поэтому сегодня всех ждет много любви и ласки. Кроме того, все желающие приняли участие в экологической акции и высадили деревья. Поддержать полезную инициативу приехали и серебряные волонтеры из Одинцова. Наша природа, и защищать, и делать что-то для нее полезное и нужное, и восполнять запасы кислорода, высаживая деревья, конечно, это очень важно. Инициатором акции стал легендарный хоккеист, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисов. Уже есть, творятся добрые дела постоянно. И вот запускаем такой проект. Я надеюсь, что он приживется и будет во всей стране. У нас с поддержкой Всероссийского общества охраны природы ее, так скажем, флагманом. Так что, да, замечательное мероприятие, благодарность организаторам. Да, что немаловажно, дети вместе с родителями, с нашими соратниками по охране природы, да, запускает очень интересную инициативу. Так что, да, я думаю, все присоединятся. Действительно, в этот день в парке собрались и дети, и взрослые. Командная работа и помощь природе – то, что объединило всех в этот день, отметили участники акции. Наши серебряные волонтеры. И очень приятно, что в рамках такого мероприятия есть возможность внести свой вклад в развитие нашей планеты, не просто. Полезное дело сделано. Ребята пообещали, что будут ухаживать за деревьями и продолжать участвовать в экологических акциях и дальше. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».